Сказка и успех застряли в судебных тяжбах. Сегодня областной суд рассмотрел апелляционную жалобу садовых обществ с такими романтическими названиями на решение Ленинского районного суда. Последний обязал СНТ компенсировать садоводу понесенные им расходы на эксплуатацию автономной электростанции. Удачника, круглогодично проживающего на садовом участке, еще летом отключили электроэнергию. Проблемы со светом у садовода сказки Михаила Рогача начались с покупки соседнего участка. Как выяснилось, прежний хозяин оказался должником. Платить по чужим долгам пенсионер отказался и в одночасье лишился света. Произошло это еще минувшим летом. Тогда садовод нашел выход, арендовал бензиновую электростанцию, которая в сутки ему обходится в 1100 рублей, а расходы через суд взыскал с СНТ «Сказка» и «Успех», проводов которых он лишился. Ленинский районный суд поддержал садовода, но руководители обществ подали апелляцию в областной суд и вновь проиграли. Признать действия СНТ «Сказка» и СНТ «Успех» по отключению подачи электроэнергии «Рогач» незаконными, взыскать с СНТ «Сказка» и СНТ «Успех» в пользу «Рогач» убытки 41 тысячу в равных долях с каждого из ответчиков, а также расходы по оплате госпошлины 1619 рублей также в равных долях. Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке в течение полугода. Проигравшая сторона уже решительно настроена воспользоваться своим правом. Тем временем победитель по-прежнему живет без света и готовит к руководству садовых обществ «Успех» и «Сказка» новые иски. Буду жить, буду использовать бензиновые станции. Главное, будут иски, и там уже на большую сумму. Там уже за 6 месяцев 1100 рублей в день.